поступил заказик. Всем привет, Арсений. Вот наша небольшая мастерская. Вот поступил заказик на хлебницу. На хлебницу из липы. Вот. Но с измененными размерами. Это у нас штатный размер хлебницы мини. Высота 19, ширина 30, по-моему. Вот, а здесь высота 25 у нас по размерам. Заказ на хлебницу. Сори. 25 и шириной хлебница у нас на 20. На 20. 250 на 200. Ну, ширина получается у нее будет 300. Вот. Модельку отрисовали. Вот, вот так она будет выглядеть. Это две боковиночки из липа. И сейчас пойдем делать под них щиты. Вот. Посмотрим, что из этого у нас получится. Будем посмотреть. Немножко порядок. Пока работать будем в мастерской. Надо, чтобы дома было немножко тепло. Ну что, поехали, теперь можно и поработать.